Цветочные ярмарки откроются в Петропавловске уже в эту субботу. Точки по продаже тюльпанов, мимоз, хризантем, гиацинтов, горшечных растений и других свежих цветов по традиции появятся в районе Силуэта и на площади перед ДК СРВ. В мэрии краевого центра рассказали, что к участию в цветочных ярмарках уже заявились более 30 бизнесменов. В администрации добавили, что подать заявление для организации праздничной торговли предприниматели и садоводы-любители могут в службу одного окна администрации Петропавловска по адресу улица Ленинградская, дом 74/1. Места для торговли предоставляются бесплатно, поэтому на ярмарках цветы можно будет купить дешевле, чем в магазинах. Напомним, цветочные ярмарки в районе Силуэта и на площадке перед ДК СРВ будут работать с 4 по 8 марта с 11 утра до 6 вечера.